Ну да, в рамках вот посещения по линии Министерства культуры и форум «Россия без сирот» нас посетил ну, знаменитая личность и в цирке, наверное, и в России, Эдгард Запашный. Вот, на сегодняшний день он является директором Большого московского цирка, ну а также личность популярная и общественник в данный момент. Значит, конечно, он человек неравнодушный к цирку, болеющий за цирковое искусство и за цирки в России, так как сам также продолжает гастролировать по стране. Значит, ну, отметил, конечно, сейчас большинство, 90%, наверное, всех цирков в возрасте уже 35-40 лет постоянной эксплуатации требуют и ремонта. Также наш цирк, вот как вы видели, внешне, наверное, пострадал от прошлогоднего метеорита. Вот. Так ждем ремонт, конечно. Эдгар сказал, конечно, что от него зависит, будет помогать. Также он здесь привлек внимание и общественности, и Министерства культуры Челябинской области. Мы наметили какие-то планы дальнейшего сотрудничества Министерства культуры области и компании «Росгосцирк». То, что, ну, к сожалению, не делалось впредь. Поэтому движемся в направлении к ремонту, во-первых. Сейчас работает у нас организация, которая подготавливает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт цирка. Да.